Одна из самых значительных коллекций натуральных компонентов в мире служит группе исследователей, которые пытаются найти лечение от вируса Эбола. Исследователи Гранадского университета уже много лет ищут препарат, способный препятствовать выходу вируса из зараженной клетки и, соответственно, его распространению. Работают они совместно с научным центром, имеющим международную репутацию, Гранадским фондом Медина. Se ha demostrado que bloqueando la interacción entre el virus y estas proteínas, el virus queda encapsulado dentro de la célula y se bloquea la progresión de la enfermedad. La base de lo que podría ser el desarrollo de un fármaco si todo va muy bien. Usamos el conocimiento que han generado ellos para poner a punto un ensayo que nos permite encontrar moléculas que inhiben el crecimiento del virus. Уже разработан ингибитор, эффективность которого в борьбе с вирусом проходит сейчас тестирование в Университете Пенсильвании в США. Están probando en modelos víricos si eso realmente tiene algún efecto luego en lo que es la salida del virus. Если результат будет положительным, то следующим шагом будет тестирование непосредственно на вирусе. Si eso funcionara, habría que comprobar que en humano funciona y que es segura, que no tiene efectos secundarios que no se puedan asumir, ¿no? Это базовое исследование может стать в будущем основой для разработки лекарств против вируса Эбола, пока неизлечимого инфекционного заболевания с уровнем смертности 90%, и которое в данный момент является высоким приоритетом Всемирной организации здравоохранения.